Привет, дорогой подписчик! Сегодня я попытаюсь ответить на вопрос, какой же перфоратор все же круче, Bosch или Makita? С вами Сергей, мы находимся в мастерской CityLink и поехали! Очередной тест! Ну и, конечно же, тест начнем с визуалочки и внешнего оформления. Посмотрим коробки. Makita. Bosch. Ну, исполнение кейсов и у того, и у другого прекрасное, шикарное. Пластик приятный. В меру крепкий. Местами продавливается, но им же не гвозди забивать. Так, открываем коробочки. Защелки. Пластиковые. И... ух, нифига. У Makita как-то приятнее это открывается, комфортнее с Bosch'ом. Возможно, и не разработано, но все же, вот уже мы начинаем понимать какие-то нюансы в изготовлении. Открываем коробки. И что же здесь есть? Сверху и у того, у другого лежит инструкция. Два инструмента. Makita лежит достаточно уверенно и плотно в кейсе. Он там не вихляет, скажем так. Ну, точно так же, как и Bosch. Крепится в ложементах очень хорошо. По комплектации. Сам инструмент. Рукоятка регулируемая. Ну, предположим, так. Видимо, ее нужно раскрутить до конца, снять и переставить в нужное положение. А у Bosch'а поинтереснее. Раскрутил, опа, поставил в нужное положение, зафиксировал. Это, конечно же, приятнее. Что есть еще? Ага. Штоки. Установление глубины сверления. У Bosch'а он пластиковый, у Makita металлический. Но зато у Bosch'а есть отметки цифровые, у Makita все на глаз. Но, как известно, профессионалы, они всегда делают все на глаз. Ну, потому что они профессионалы. И все. В комплекте больше нету ничего. Но это идентично у обоих инструментов по изготовлению. Пластик. Тактильно и визуально оба очень приятные. Оба они работают в трех режимах. Сверление. Сверление с ударом. Ну и, следовательно, сам удар. Bosch то же самое. Сверление. Сверление с ударом. И удар. По толщине идентичные совершенно. В длину. Раз, два, три, четыре. Ну, 5 метров. Что тут у Makita? Раз, два, три, четыре. Ну, то же самое, 5 метров. Пока что различия, ну, просто минимальные и не говорят совершенно ни о чем. Патрон у обоих SDS+. Все смазано, все прекрасно работает. Ну, идут наравне. Видимо, только тесты покажут какую-то разницу в работе. Но еще стоит пробежаться по техническим характеристикам. Рассмотрим заявленные характеристики производителя. И на самом деле здесь отличия, они настолько минимальные, что на них даже не стоит обращать внимания. Ну, предположим, мощность инструмента. Bosch 780 Вт, Makita 790 Вт. Ну, совсем минимально. Энергия удара у них вообще одинаковая. 2,7 джоуля, Makita 2,7 джоуля. Число оборотов 930 Bosch, Makita 1100. Вес
2,8 килограмма Bosch, Makita 2,9 килограммов, ну прям совсем минимально. И производитель у обоих Китай. Да все идентично, да все одинаково, все одинаково. Надо работать. Проверю перфораторы в работе, ну наконец-то. Использовать буду бур длиной 260 мм, диаметр у него 14 мм. И есть один момент, про который, возможно, мало кто знает, но он должен быть. Смазочка. Не смажешь, не поработаешь. Причем это специальная смазка для буров. Хотите сохранить инструмент надолго? Обязательно смазывайте хвостовики. Много не нужно. Такого количества вполне достаточно. Патроны у обоих SDS+. Достаточно быстрая фиксация. Все классно работает. Ну что же, бетонная стена ждет меня. Начну с Makita. Bosch будет следующий. Дальше по штраблю. Есть лопатка, все то же самое. Итак, чуть-чуть смазки на хвостовик. Сбережем патрон на долгие годы. Также смазка, она снижает нагрев, что характерно. Опять-таки Makita первая. Здесь я уже ставлю на удар. Замечательно. Так, меняю на Bosch. Разницы я никакой не почувствовал.
работают идентично, штробят прекрасно. Работать одно удовольствие. Ну и в завершение сравнения осталось только расколотить эти блоки. Я уверен, что все это будет одинаково. И Bosch, и Makita, они все это сделают одинаково, красиво и хорошо. Но должна быть поставлена какая-то эффектная точка в этом видео. И разрушение всегда смотрится круто. Ломать, как говорится, не строить. Очки запотели. А, чуть не сломал. Огонь. Оба инструмента просто огонь. Ну и на финалочку небольшие дополнительные выводы. Ну что же, различия все-таки они присутствуют, но они настолько минимальны, что по сути обращать внимание на них бессмысленно и бесполезно. Но все же, предположим, дополнительная рукоятка у перфоратора Bosch. Она удобна по своей регулировке. Ее очень просто переставить в разные положения. У Makita все-таки занимает какое-то время. И как показала работа, пластиковый глубиномер, он, наверное, оправдан. Потому что, когда я повернул ручку, чтобы было мне удобнее рушить блок, он согнулся, но все равно повернулся. А вот металлический щуп, наверное, скорее всего, реально согнулся бы. Ну, может быть и нет. Но, кстати, они подходят один к другому. Взаимозаменяемые. Это я уже проверил. А по поводу шума. Мне показалось, что Bosch чуть-чуть пошумнее. Ну, следовательно, децибел он выдает чуть-чуть побольше. Но, опять-таки, это чуть-чуть. Внешний вид. Это, наверное, уже больше на любителя. Как мне кажется, Bosch, он сделан более индустриально. Внешний вид у него какой-то футуристический. Makita такая хорошая классика. Но все равно он ничем не хуже. Да вроде бы как и все отличия. Больше я ничего не выявил. И как мне кажется, ответ на извечный вопрос, кто же круче, Bosch или Makita, он остается риторическим. И каждый для себя решает сам, каким инструментом работать и какому бренду отдавать предпочтение. Ну что же, всем пока. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и следите за новыми выпусками.